Так, приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим, как завести почту, да, для тех людей, кто вообще не знает, как это сделать. Вы заходите на поиск Яндекс, да, например, и здесь у вас есть с правой стороны завести почту, либо здесь ввести, да, слово почта. Вот. И нажимаете завести почту. И вот здесь вот пишите свое имя, фамилия, можете придумать логин, придумайте пароль, вот, повторяете его, вот, и здесь вот вписываете номер телефона свой. На него придет подтверждение. Вот, после чего надо будет все это подтвердить, и тем самым у вас создастся почта. Вот. Вот приходит реклама с Глобусом. После этого, да, когда вы это все сделаете, у вас будет почта, естественно, со своим паролем, со своим логином, да, если, ну, логин — это ваше, скажем так, прозвище, да, в интернете, если хотите. Вот. И потом вы уже заходите, например, на страничку, например, для регистрации, да, в Глобус. Можно на этот, ну, в этой группе это сделать. Можно перейти вот сюда, вот, например. Да. И вот здесь вот вставляете ваш e-mail, да, при регистрации, в котором у вас он будет. У вас появится свой собственный адрес. Вот. И вот этот адрес копируете. И вставляете его вот сюда. И нажимаете «Подключить сейчас». Вот. После этого к вам придет на почту письмо с подтверждением. Вам надо будет его открыть, нажать на ссылку, которая в этом письме, то, что вы активируете свой аккаунт. Вот. После того, как вы это сделаете, да, у вас будет свой аккаунт, вы уже со своим паролем, вам придет пароль на почту, тоже на Яндекс, да, который вы создавали. Вот. И после этого вы уже попадаете вот в такой кабинет, да, Глобус, по своему паролю вы заходите, здесь вы заходите, и после этого вы уже в своем кабинете. И потом в своем кабинете нажимаете раздел «Загрузки», да, и скачиваете программу, да, устанавливаете программу себе на компьютер и на мобильное устройство. Так, в принципе, все просто. И потом у вас появляется вот здесь вот такой значок, когда вы установите программу. Вот, в этой программе вы заходите под своим логином, паролем, который у вас был в почте, да, который вам пришел. И у вас приходит вот такая вот, например, реклама. Да. Вот, если вас реклама заинтересовала, вы можете ее посмотреть, да, перейти, что предлагает рекламодатель, да. Здесь предлагают дома, да, скажем так. Вот. Можете посмотреть. Также можете просто закрыть эту рекламу, например, на Кристи. Показать главное окно, вот так выглядит приложение, да. Вот. Здесь вот видно все рекламные контакты, которые были. Вот. Если нажать на рекламку, да, вот она сейчас приходила у меня, вот, также вот я перешел по ней, да, по этой рекламе, также вы можете ее просто закрыть, если вам не интересна эта реклама. Закрываете, ну, в любом случае, да, вам начисляется денежка. Вот, также здесь есть новости вот в этом программке, да, и все самое последнее. Вот. Также вы можете ее настроить, да, уведомления настроить, показывать только уведомления, показывать автоматически. У меня стоял раньше показывать автоматически, я сейчас переставил на показывать только уведомления и свернуть при загрузке. Вот, и тем самым, когда приходит реклама, да, когда приходит реклама, у меня здесь она появляется просто в квадратике, как вы сейчас заметили. Вот. И там уже я смотрю. Хочу ее сейчас смотрю, эту рекламу, да, это предложение. Если нет, то откладывается она просто там, напоминание,
через 5 минут, через 10 минут просто опять выскакивает, что у вас есть реклама, вы можете ее посмотреть. Вот, так что, друзья, все максимально просто. Также вот эта группа наша, вот кому интересно, смотрите. Здесь с самого начала я все показывал, да. Я сюда приглашал сначала своих друзей, знакомых, одноклассников, родственников, вот, в Глобусе. И тем самым потихонечку начал строить свою команду, так сказать. Вот. Также можно зайти, вот у меня, например, кабинет. Мамин кабинет есть, да, мамин тоже тут участвует в этой программке. Вот. И посмотрите изнутри, как выглядит этот кабинет. Если у вас команда, ваши ссылки, да, на смартфоне у вас будет все это попроще чуть-чуть, у вас будет там своя команда высвечиваться, вы можете там пригласить ее на, через Viber, через SMS пригласить, да, ссылку отправить. Вот. Также появился аукцион, в котором вы можете купить, да, активных партнеров, да. Вот. Также вот финансы можете посмотреть, да, здесь вот каждую минуту высвечивается, кто когда получил рекламу, да, из вашей команды тоже. Здесь вот тоже высвечивается. Вот. Так что, друзья, смотрите, я вам показал, как создать почту, да, почта создается очень легко, и после этого, когда вы почту создаете, вам приходит пароль, да, еще раз повторюсь, и потом уже заходите по паролю. Уже заходите в кабинет личный, да, в Глобус, нажимаете загрузка, да, и выбираете вот, программку, да, на которую вы хотите сейчас установить, да, это приложение на компьютер. Можно установить на Android, да, на компьютер тоже версии вот такие пишутся, да, можно посмотреть. Вот. Ну и, в принципе, вроде бы все. По этим программкам, потому что в компьютере, что в Android, вы заходите также по паролю, который вам пришел на Яндекс. Все максимально просто, друзья. Также вы можете посмотреть маркетинг-план, да, можете посмотреть калькулятор, да, посчитать сами, да, сколько рекламы в день приходить будет у вас примерно, да. Если можно посмотреть, по-разному приходит, иногда 30, иногда 50 приходит рекламных предложений. Вот. И здесь рассчитать примерный доход у вас с вашей команды. Какой будет, да, если у вас 7 человек, у вас вот столько приходит, да. Если у вас на первый день может быть и 20, и 30 человек, 100 человек. Я смотрел активных партнеров, да, у них 100 человек, где-то примерно на первой линии, да, и у них приходит около доллара. Ну, доллар, я думаю, уже хороший результат. 30 баксов в месяц, я думаю, просто так за рекламу вам ни один телевизор не заплатит, да, скажем так. А здесь вам платят реально за рекламу, за то, что вы ее увидели. И вы ее можете, эти деньги, уводить в разные кошельки, да. Сейчас эти сервисы налаживаются, да, как ее вывести, это все. Можно через WebMoney, разные, на мобильную связь, PayPal. Внутренним переводом, да. Ну, есть способы, они постоянно улучшаются. Сейчас скоро будет наладиться, уже на карту можно будет выводить напрямую. Вот. Так что, друзья, всем хорошего дня. Пока-пока.